Встреча носила характер знакомства. Руководители районных организаций ветеранов военной службы, таких как «Боевое братство», «Союз десантников» и «Перспектива», рассказали исполняющему обязанности главы Ленинского района Олегу Хромову о деятельности своих организаций и поделились проблемами, которые появились не вчера, но до сих пор не были решены. Проблемы касаются и нехватки средств для решения каких-либо задач, и отсутствия помещений, где можно было бы проводить патриотические уроки с молодежью. Но главное, что просят все эти организации – это поддержки Олега Хромова в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Хотелось бы, чтобы вот наши идеи по поводу проведения презентации такой, как вот показать фильмы, показывать на всех мероприятиях и в школах, показывать фильмы о Великой Отечественной войне, о наших воинах, которые участвовали в вооруженных конфликтах, в локальных войнах в Афганистане, в Великой Отечественной войне. Все это, чтобы как бы скомпоновать и обязательно показывать, чтобы все-таки ребят все наши знали. Дискуссии по поводу патриотического воспитания вызвали у присутствующих на встрече людей массу эмоций. Каждому хотелось высказать, насколько это важно и как необходимо уделять максимальное внимание работе с молодежью. Олег Хромов поддержал позицию представителей общественных организаций и внес ясность в решение задач. Мне непонятна одна вещь, я в ней постараюсь разобраться, даже не прошу сейчас давать никакого ответа. О том, что мы не можем найти понимание с структурами администрации, находим их только с управлением образования. Внесну ясность. Управление образования является органом управления администрации Ленинского муниципального района. Следовательно, некое понимание, ну чтобы мы уже не говорили о том, что у нас нет понимания. Если есть понимание с Волковым, значит, есть понимание с нами. Если нужно найти понимание лично со мной, я готов не только встречаться, вникать. И у меня есть некие рецепты, в том числе вот по той проблематике, которой вы поставили. После основной части мероприятия присутствующие в зале гости воспользовались возможностью и задали исполняющему обязанности главы волнующие их вопросы. А их было немало. Беседа затянулась на несколько часов. На некоторые вопросы Олег Хромов ответил сразу, на другие обещал дать ответ в ближайшее время, как только ознакомится с проблемой. В основном людей интересовало благоустройство, мусор, детские площадки. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.